Вместе с 500-тысячной армией фанатов лыжного спорта и любителей здорового образа жизни мордовские участники всероссийской акции ровно в полдень стартовали на основные дистанции в 10, 5 и 3 километра. Еще перед стартом участники поздравляли друг друга с масленицей и радовались хорошей погоде. Пугал только небольшой ветер, от которого стыли пальцы и горело лицо. Но для нескольких тысяч жителей Мордовии лыжня России стала традиционным спортивным праздником. Настроение бодрое, и хотим, чтобы как больше много молодежи включались в эту акцию. И наш возраст тоже здоровье поддерживать. Очень хорошо. Я только первый раз. Мне очень понравилось. Тут очень весело, много друзей нашла уже, познакомилась, да. Но первый раз, конечно, впечатление хорошее, мне очень понравилось, честно. В следующем году попытаюсь еще раз сюда попасть. На мужской десятке быстрее всех прошел дистанцию Артем Ушаков, а у женщин выиграла Ирина Кручинкина. Кроме профессионалов, в путь за хорошими эмоциями отправлялись целыми коллективами – заводов, школ, институтов. В виповском забеге главы районов – руководитель федеральных ведомств. Здесь первое место досталось Николаю Парамонову. Столица нашей республики, город Саранск, является самым массовым городом, где присутствует больше всего участников на количество жителей, проживающих в столице. И сегодняшнее соревнование, несмотря вот на такой ветер, правда, солнечная погода, видите, сколько участников разных возрастов, видите, какое настроение. Конечно, это большой праздник. И этот праздник проходит в дни, когда проходят в Канаде, в Ванкувере Олимпийские игры. Всем победителям вручили ценные подарки, кубки, тем более, что лучшие получили возможность участвовать в финале лыжни для того, чтобы побороться за поездку на Северный полюс страны. Наталья Тюрин, Татьяна Шашурина, Вести, Мордовия.